единственный в мире препарат, который полностью восстановит вашу костную ткань, который укрепит ее и мышечную ткань, это Osteomed Forte. Osteomed Forte входит в 100 лучших изобретений России. И это бренд Parafarm. Это 455 мировых патентов. И это аналогов в мире нет. Это медаль от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И сегодня это революция и открытие в лечении костных заболеваний. Именно сегодня два курса, 240 таблеток вы получаете по цене 1799 рублей. Я обращаюсь к вам, дорогие наши телезрительницы, ровно через неделю, 1 мая, вы уже готовитесь к дачному сезону. Берегите себя, пожалуйста, берегите свои суставы, берегите свои ноги и руки, берегите своих детей, которые за вас переживают. Помогите уже сейчас своему организму. Ну и как помочь? Кому необходим сегодня комплекс, который не имеет аналогов в мире, расскажет главный эксперт бренда, основатель компании Parafarm, генеральный директор Дмитрий Геннадьевич Елистратов. Здравствуйте, Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Расскажите, пожалуйста, да, про Остеомед вообще сотворил революцию в восстановлении костной ткани. Вот у всех, кого есть пародонтит, кровоточивость десен, пародонтоз, когда зубы выпадают, остеопороз, это то, что ломает кости, это артриты, когда кости болят, артрозы, наросты на костной ткани, которые ограничивают подвижность суставов, вам просто необходим остеомед. Кому еще нужен остеомед? Остеомед нужен тем, кто не задумывается пока о своей костной ткани, но принимает препараты от давления. Это энолаприл, это другие сердечные препараты для снижения давления. Тот, кто использует препараты для снижения сахара, для разжижения крови, они все у вас разрушают костную ткань. Так вот, остеомед останавливает эти процессы. К сожалению, большинство терапевтов просто не говорит о том, что, назначая препараты для снижения давления, они подвергают вас большому риску вообще оказаться на больничной койке и не двигаться. Я хочу, чтобы вы радовались жизни. Я хочу, чтобы вы были активны, помогали своим детям, внукам, не теряли общение с ними, потому что, очень тяжело ухаживать за лежачим пациентом. Поверьте, вот тот, кто сталкивался хотя бы раз с лежачим больным, тот понимает всю трагедию существования этого человека, как ему больно, понимаете как? Как ему больно за то, что его вынуждены обслуживать его дети или еще внуки. Вот это, я хочу, чтобы вы услышали, я хочу, чтобы вы не сломались, чтобы вы не боялись выходить на улицу и были всегда активны. Поэтому у нас сделано вот это феноменальное открытие, остеомед, равного которого нет. Мы же превзошли все импортные препараты. Мы превзошли и японские, и американские, и европейские, и Израиль, и Новой Зеландии, Мексики, Бразилии. То есть правоту остеомеда, это сейчас говорю, это самый лучший в мире препарат, который укрепляет и костную ткань, мышечную ткань. И самое важное, он не вредит другим органам, потому что до нас у женщин был выбор умереть от инсульта или от остеопороза. Так вот, остеомед не решен риска вот этих всех заболеваний. Среднее количество пациентов, когда мы проводили, средний возраст пациентов, когда мы проводили исследования, у нас более 10 тысяч человек прошло через нас, мы показали, что костную ткань можно восстанавливать. Я говорю, средний возраст был 72,5 года. Вот мы каждый раз показываем все новые и новые слайды. Посмотрите возраст пациентов. 93 года идет восстановление костной ткани. Вот открытие нашего профессора Струка в чем состоит? Вот эти полости в костях, которые ведут к артритам, от которых растут наросты костной ткани, по которым вот так вот идут переломы. Представляете, вот здесь нет клетки кости. Минеральная плотность такая же, как вот мясо, которое между лучевой и локтевой костью. Вот посмотрите пациентка, 89 лет. Смотрите, какие огромные дыры у нее в костях. Вот они, черного цвета. Вот здесь вот. Вот так вот идет перелом. Вот у нее костная ткань после приема остеомеда восстановилась. Вот возраст. Анна Михайловна, уже несколько раз ее показывали. Вот полости. Вот соли, которые она пыталась спасти себя. Кальций D3 ела, руки-ноги сломала. Почему? Потому что вот весь минеральный матрикс здесь, а не здесь. Там не родилась клетка кости, которую могла бы усвоить. Да, 86 лет. Посмотрите, Римма Анатольевна, 84 года. Вот мы сталкиваемся с тем, что таких пациентов большинство просто не берут на лечение. Понимаете как? Потому что, что говорят, старость. Возраст. Вот. И все. Поэтому
Вот им очень тяжело. И вот наш профессор Струков Илор Иванович вот этих пациентов, когда отобрал, когда он стал применять остеомед, и вот появились вот эти поразительные результаты по восстановлению костной ткани, вот это совершило революцию в лечении всех костных заболеваний. Говорю, мы попали в 100 лучших изобретений России. Встали в один ряд с ядерной бомбой, говорю, как и автоматом Калашникова. Лучше нас сейчас вот препарата нету. Мы с этой уверенностью говорим. И вот в 2021 году профессору Марченковой Ларисе Александровне, доктору медицинских наук, в Лондоне предоставили получасовой доклад об остеомеде. То есть Россию слушал весь мир, Россия опередила весь мир по восстановлению костной ткани. Да. Так остеомед восстанавливает не только костную ткань, он еще восстанавливает и мышечную ткань. То есть он не дает вам упасть. Вот если остеомед не использовать, то за год у пациента возраста 75 лет идет падение мышечной ткани минус 12%. А остеомед дает плюс 8-10% по мышечной ткани. Он дает 3-4 года дополнительной жизни. И если вы хотите прожить еще 3-4 года дополнительно с применением остеомеда, если говорю, остеомед использует 12 месяцев, это 3-4 года жизни. И вот самое-то интересное, что когда вот стали использовать остеомед, стали смотреть за уровнем гормонов. И вот у женщин 72,5 года уровень гормонов рос до уровня 30-летней женщины. Представляете, насколько омолаживается организм. И чем дольше вы принимаете остеомед, вот он по сути своей как молодильное яблоко. Вот в чем вопрос. Дмитрий Геннадьевич, вот. То есть парафарм помогает и тяжелым пациентам, причем именно женщины страдают именно таких заболеваний, от остеопороза. Вы видели только что, 86-89 лет, вы еще думаете, поможет вам или нет? Это действительно возраст не приговор. Не переживайте, пусть руки ни в коем случае у вас не падают, да? Помогайте себе, живите без боли, думайте о своих детях, внуках. Они приедут к вам сейчас, летом, вы будете с ними гулять, а не сидеть на лавочке. И самое главное, жить каждый день, проживая эту жизнь прекрасно. Еще раз напоминаю, не жалейте деньги на себя. 1799 рублей, 2 месяца, курс из 240 таблеток полностью натуральных, которые входят в 100 лучших изобретений России. Кардиотон, Апитонус, сегодня Мизивит, Нервовит, Гемонорм, сегодня Одуванчик. Вся продукция бренда Парафарм, причем при покупке сразу 2 двойных курсов, вы получаете в подарок Мизивит, который улучшает именно пищеварение. Спасибо.